С воспитанниками младшей группы детского сада номер 3 сотрудники ГИБДД провели игру «Юный пешеход». С помощью тематических познавательных игровых эстафет малыши учились применять свои знания в различных дорожных ситуациях, развивать мышление, зрительное внимание и умение ориентироваться на дороге. Обучать детей и напоминать им о правилах дорожного движения необходимо начинать с раннего возраста. И в детских садах данная работа проводится регулярно. Родители должны показывать собственным примером своим детям о том, что необходимо соблюдать правила дорожного движения по пути в школу, в детский сад. В подвижных тематических играх малыши закрепили не только основы дорожной безопасности, но и смогли развить такие качества, как внимание и ловкость. В рамках муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения мы сегодня провели профилактическое мероприятие в дошкольном учреждении. Как показывает практика, начинать изучение правил дорожного движения нужно именно с этого возраста. И здесь самое главное – показать правильный алгоритм действий ребенку, но пока еще в игровой форме. Поэтому все наше мероприятие сегодня было основано на практике. Начиная от подхода к пешеходному переходу, посмотрели на светофор, посмотрели по сторонам, только после этого уже пошли. И когда ребенок уже начнет самостоятельно передвигаться по улицам, для него это не будет уже таким стрессом, то есть он будет вспоминать то, что изучили мы в детском саду. Сегодня ребята узнали много нового о правилах дорожного движения и пообещали быть примерными участниками дорожного движения и строго соблюдать правила безопасного поведения на дороге. В завершении мероприятия детям раздали яркие памятки для пешеходов, а они пообещали носить подаренные им световозвращающие элементы. Вы одеваете курточку. И на курточку прицепляете или браслет, или световозвращающий элемент. Именно вот сюда идет. Потому что водитель увидит вас сбоку. Все, теперь вы яркие на дороге, все вас будут видеть. Не забывайте одевать браслет на улицу, когда идете.